В преддверии Пушкинского дня в Чебоксарах открылся второй республиканский фестиваль русского языка. Какая роскошь, какой смысл, какой толк в каждой поговорке нашей. Что за золото? Волей-неволей сегодня вспоминаются слова великого поэта и большого знатока русского языка Александра Сергеевича Пушкина. В канун его дня рождения Министерство культуры и образования и Общественная палата решили дать молодым людям возможность продемонстрировать свои таланты. Выступают щитцы, есть номера художественной самодеятельности, снимаются фильмы, клипы различные. Да? То есть он вообще, фестиваль, он многогранен. Самое главное, что здесь мы видим много талантливых студентов. Студентами творческие номера представляли и преподаватели. Несмотря на то, что это фестиваль русского языка, в концертной программе было много колоритных чувашских песен и танцев. Это еще раз подчеркивает, что русский народ – народ дружелюбный и общительный, отметил Алексей Судленков. В этот раз на фестиваль приехали более 200 ребят из разных районов республики. В рамках творческого форума пройдет научно-практическая конференция, конкурсы чтецов и художественной самодеятельности. Торжественное закрытие и награждение победителей фестиваля состоится уже завтра. Дарина Игнатьева, Алена Алтухова, Игорь Зверев, Республика.